Привет всем! Ну что, готовы к скальпингу? В этом видео я вам покажу, как я скальпировал 2 года назад. Обязательно досмотрите его до конца. Итак, у нас 14 декабря, 16 год. Ребята, все просто. Видим, от уровня сопротивления захожу вниз. Вот, от уровня поддержки заключаю сделки на повышение. Здесь я отрабатываю коридор, я вас уже этому учил. Если вы видите коридор, вы можете его отрабатывать. До тех пор, пока коридор не будет пробит, пока вы, к примеру, не сделаете 2 сделки в минус. И тогда можете уходить. Опять же, для каждого все индивидуально. Можете пользоваться риск-менеджментом. Что бы ни случилось, да, сколько бы коридор не длился, можете заключить 2-3 сделки и уйти с рынка. 2 или 3 сигнала. Здесь, видите, я дроблю сделки, у меня на счету 6000 рублей, каждую сделочку я заключаю по 30 рублей. Тогда еще пользовался money management. Вы знаете, да, что в то время я каждый раз создавал новый аккаунт, чтобы брать бонус. С выводом проблем не было. Вообще и сейчас нету с выводом проблем на мелкие суммы. Если вы будете выводить по 3, по 5000 рублей, там по 1000, вас не будут спрашивать верификацию, но в любой момент, конечно же, могут спросить. А если у вас счета там по 100 тысяч рублей, конечно же, у вас будут спрашивать верификацию. Вероятность больше. Опять же, хорошая ситуация, коридор, и я от уровня поддержки захожу на повышение. У нас уже 9 января, 17 год. Также все просто. То есть я делал определенную сумму, выводил, опять создавал новый аккаунт, брал бонус, выводил. Так, здесь все отлично. Первые сделки закрываются в плюс. Вы видите, какой тогда был интерфейс, да, у Олимпа оранжевый. Они все слизывали с IQ Option. Итак, коридор держится. Отличная ситуация. И я заключаю еще сколько? 5-6 сделок на повышение. Вот, ребята, это один сигнал. Тогда Олимп дико 7-ю заключил. 8-ю заключил. Тогда Олимп 9-ю, 10-ю. Ничего себе, я штампую. Тогда Олимп дико закрывал в один пункт. И из-за этого я дробил сделки частями. Итак, отлично, закрывается в плюс. Самая первая сделка. Здесь все так же шикарно. Все сделки закрываются в плюс. Идем дальше. Так, опять у нас скальпинг. Заключил 2 сделки. Так, пользуюсь метатрейдером. Тогда мне казалось, что крутые трейдеры должны обязательно пользоваться метатрейдером. Но для опционов не нужно никакого метатрейдера. Мы чисто скальпируем на минутке. Зачем нам эти метатрейдеры? Так. Вот у нас нисходящий скальпинг. И вот я сейчас от уровня сопротивление, заключая сделки на понижение. Видите, да, какое я выбрал время, чтобы себя обезопасить. Ребята, я тогда уже пользовался риск-менеджментом. Просто я как бы этого не осознавал. Вот, смотрите, я здесь заключил 3 сигнала. Это 3 сигнала, просто я дробил сделки частями. Первый вот сигнал заходит. Так, переключаемся на второй сигнал. Вот второй сигнал, он тоже закрывается в плюс. И вот третий сигнал. Вот это все, ребята, один сигнал. Я просто дроблю сделки частями. И вот после всех этих сделок я ухожу с рынка. Вы меня спрашиваете, ты тогда тоже так торговал по 2 сделочки в день? Да,
также торговал 2 сигнала, 3 сигнала в день и уходил с рынка. Третий сигнал у нас закрывается в плюс. Вот. Все, смотрите, 3 сигнала просто ставил частями. Идем дальше. Опять шикарный скальпинг. Смотрите, какой шикарный здесь пик. И от уровня сопротивления мы заключаем на понижение. Вот, рисую. Все очень просто. Ребята, нету смысла меня вас учить этой торговле. Она реально очень простая. Заработать, еще раз, здесь очень просто. Все вы можете очень просто заработать. Но сохранить деньги никто не может. Очень тяжело сохранить деньги. Вы мне говорите, показывай торговлю. Где торговля? Вот торговля. Я как 2 года назад торговал по скальпингу. Вот, смотрите, шикарные пики нарисовал. От них можно было заработать. Так и сейчас я торгую по скальпингу. Все очень просто. Люди просто не умеют зарабатывать, не выводят деньги. Итак, смотрите, отлично. На понижение у нас сигнал заходит. И вот у нас коридор, и я хочу зайти от уровня поддержки. И вот поэтому сейчас я изменил концепцию. Я вас учу зарабатывать. Я буду на своем примере показывать вывод. Каждый раз я вывожу деньги. Никаких разгонов. Вот как здесь. Я не разгонял тогда. Заработал, вывел, заработал, вывел. Хотите смотреть, как люди херачат по 100 тысяч на одну сделку? Есть много каналов. Я буду учить теперь строго правильным вещам. Итак, вот у нас идет отличная просадка. Я здесь очень классно выбираю время экспирации, смотрите. Вот разворот, и я на развороте добиваю. Все, заключил 10 сделок на 1000 рублей. 10 сделок по 100 рублей. Вы знаете, что на Олимпе можно заключить за раз только 10 сделок. Вот. Видим, да? Такая же ситуация была. Здесь немного опасно. Но все шикарно. Цена идет в нужную для нас сторону. Это уже у нас 20 января 2017 год. Вот, я закончил торговлю 17-го. Не торговал 3 дня и вот продолжил 20-го. Потому что я вам говорил, когда я записывал видео, это и был своеобразный риск-менеджмент. Я знал, что я должен записать видео, заключить там 2-3 сигнала и уйти с рынка. Если бы я продолжал, я бы слил. Потому что прибыльные сделки, серия прибыльных сделок, очень опасная штука. Она даже опаснее, чем серия неудачных сделок, потому что серия прибыльных сделок толкает вас на жадность, вы хотите больше, а серия неудачных сделок толкает вас на то, чтобы вы перекрыли убытки. Здесь нужно останавливаться. Вот, с помощью риск-менеджмента я уже тогда зарабатывал, просто тогда как бы я этого не осознавал. Вот и все, ребята. Два сигнала и ушел с рынка. Нужно научиться контролировать себя. Не рынок. Заработали и ушли. Заработали и ушли. И только тогда вы будете зарабатывать. И выводите деньги. В долгосрочной перспективе, имею в виду. Так, вот показываю свои сделки. Смотрите, 2 сигнала 20 января. И следующие сделки у меня 17 января. 3 сигнала. Также торговал. 2-3 сигнала в день. До 5 сигналов в день. Вот такое вот получилось, ребята, видео. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Еще раз вам напомню, у меня только одна группа по заработку. У меня только одна оригинальная страница в ВК и в Инсте. Все остальное это развод, это фейки. Не ведитесь, все оригинальные страницы в описании. Люди продолжают вестись на фейков. Продолжают скидывать им деньги. И поэтому я буду в каждом видео предупреждать. Чтобы попасть в мою группу, попасть можно только таким способом. Только таким, только через это сообщество. Первая ссылка в описании. Достаточно написать в сообщении этого сообщества «Прими в команду».
и отправляйте. Также, кому интересно, смотрите статистику моих сигналов из закрытой группы. Вторая ссылка в описании. Это открытый телеграм-канал. Там вы можете посмотреть статистику. Это канал не по торговле. Это канал чисто для статистики. Ну и не забудьте подписаться на остальные каналы. Инстардинг торговля. Третья ссылка в описании. Подписчики присылают мне свои видео, и я публикую их на этом канале. Также подписывайтесь на канал с отзывами. Четвертая ссылка в описании. Здесь подписчики рассказывают, какие книги читают, дают советы, тоже много интересной и полезной информации. Здесь не только отзывы. Ну и обязательно подпишитесь на основной канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и обязательно поставьте этому видео лайк. Так что, ребята, всем желаю больших заработков, а самое главное — дисциплины. Только дисциплина поможет вам зарабатывать в долгосрочной перспективе. Всем пока!